Военно-морские силы Китая и России проведут в сентябре совместное учение в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Ян Юйдзюнь на очередной пресс-конференции. По его словам, учения не направлены против третьих стран. Эти учения проводятся с целью укрепления стратегического партнерства, углубления практического сотрудничества, а также усиления способности Китая и России совместно отвечать на угрозы безопасности в море.